Кем работает папа? Инженером. А что он делает на работе? Он там печатает документы, на компьютере работает. Кто такой газовик? Газовик – это тот человек, который подает газ. Как, по-вашему, выглядит газопровод? Это много-много труб. Какого цвета газовая труба? Желтый. Кто самый главный в «Газпроме»? Директор. Зачем нужны газовики в Сибири? Чтобы в доме было тепло. Нужно ли делиться своим газом? Нет. Ваши пожелания всем газовикам? Чтобы они были здоровы.